Как и большинство творческих коллективов, свой юбилей образцовый ансамбль «Имерети» отметит праздничным концертом. Ансамбль народов Кавказа – это большой коллектив. В нем занимаются более 200 детей разных национальностей. Грузины и армяне, русские и украинцы, осетины и абхазы, греки и азербайджанцы, цыгане и белорусы. Они танцуют под руководством бессменного руководителя Дмитрия Сахилашвили. Является неоднократным лауреатом и победителем фестивалей и конкурсов. За 15 лет своего существования коллектив стал одним из самых любимых и узнаваемых на городских концертных площадках и является настоящим украшением праздничных мероприятий. Юбилейный концерт ансамбля «Имерети» пройдет в Зимнем театре 21 января в 18 часов. Вход свободный. Зрители и гостей концерта ждут сюрпризы от организаторов.